медицинская маска стала в наше время незаменима. Она защищает людей от попадания инфекции при пандемии COVID-19. Я поставила перед собой цель узнать о медицинской маске побольше. Так, в процессе своей... Я выдвинул следующую гипотезу, что не все маски защищают одинаково. Так, и можно сделать маску более эффективнее и более полезнее. В процессе своей работы я познакомился с историей возникновения медицинской маски и узнал, что первая маска появилась в среднем веке в Европе во время эпидемии бубонной чумы. Клюв наполнялся ароматическими солями, лекарственными травами и чесноком, чтобы доктор не чувствовал неприятный запах. Дальше маска усовершенствуется и доходит до нас вот в таком виде. Так, медицинская маска и средство защиты. Я хочу вам показать следующие виды масок. Маглевую, нитка, хирургическая, нетканая, тканевая, трикотажная, сетцевая, так, тканевая, бязь. И медицинские маски по форме бывают разные. Прямоугольные, полукруглые и маски типа респиратора. Так, я... Так, а... Маски бывают и по... Одноразовые. Так, одноразовые и многоразовые. Например, вот это. Так, многоразовые. Я знаю, что многим людям по своим профессиям приходится проводить в маске больше количества времени. Это медики. Я посетил Затурьянский ФАП, встретился с заведующей Троекуровой Анной Владимировной и расспросил про различные виды масок. На ее взгляд, самые эффективные маски... Это одноразовые хирургические. Я провел вопрос в своем учреждении образования. Результат его следующий. Работники учреждения образования все 100%. Меняют их через 2 часа тоже все 100%. Легче дышать в маглевой маске. В школе носят маски только 20%, а в автобусе 100, в магазине 100. И предпочитают более многоразовые маски. 1, 3, 4, 5. Так. Следую, какая же маска лучше. Так, первая маглевая. Она состоит из 4 строек. Эксперименты с масками, узнав, что из скольких слоев они состоят. Первая маглевая, она состоит из 4 слоев. Вторая одноразовая хирургическая, она состоит из 3 слоев. И вот тканевые, они состоят из 2 слоев. Представь себе, что мы едем в автобус. Человек без маски чихает, капли летят вам на маску. Я взял бутылку, налил туда воды, покрасил ее и вставил туда пульверизатор. И сделал эксперимент. Я взял пульверизатор и начал брызгать на маски. Первая маглева, она... промокла и так. Вторая одноразовая хирургическая, она не промокла. Так. И теперь четвертая и третья, они промокли насквозь. И пятая, она первый слой где промок, а второй нет. Эксперимент. Возьмем зеркало и наденем маски.
посмотрим, как они пропускают воздух. Самое лучшее пропустило магниево, а самое худшее одноразовое хирургическое. Здесь выделяется соляной, значит, проверим, как маска пропускает жидкость. Возьмем пустой стакан, возьмем с водой и возьмем маску и нальем на ноге воду. И подумаем, какие пропустили воду под номер 1, 3, 4. А какая вообще не пропустила, это одноразовая хирургическая под номером 2. А пятая, ну, она сначала не пропускала, а потом пропустила. Человек может попасть в различные ситуации, где маски не оказываются под рукой. Я взял. Ее можно сделать из подручных материалов, из бумажных полотенец, из салфеток, из магли, из ткани. Так. Ее маглевую маску хорошо воздух, но она слишком быстро пропускает воду. И я поширил маску с карманчиком и запихнул туда вату. И проверил, как она пропускает воду. Первый слой промок, а второй нет. Вы скажете, а как ее обрабатывать? А я вам скажу. Вот вы достаете вату, выкидываете, а потом вы ее мыете, потом сушите, потом утюжите, а потом новую вату запихаете и все. Помню чумового доктора, какой... Например, маску различными травами, чесноком. Мы возьмем маску, бязевую маску и наполним ее травами. И я взял в аптеке травы календур и положил их в маску. И у меня почему бязевая маска? Потому что она эффективная. Я взял имбирь еще, и можно его тоже засыпать в маску и потом еще носить. И можно еще чеснок. И потом берем маску, в 2 часа носим, потом выкидываем травы, там имбирь и чеснок. И маску мыем, сушим, утюжим, и потом добавляем туда травы, чеснок или имбирь. Маска нас защищает и лечит. Много пофантазировал и придумал различные применения медицинской маски. Попить коктейль из детского кофе маска с трубочкой. И скоро Новый год, маска будет, кстати, маска Деда Мороза. Модницы нашего класса предпочитают носить маски к цвету одежды. И они украшают маски аксессуарами. Украшают так маски. А еще они носят более мужественные маски. Цвета хаки и черный цвет. Моя подвижна, что не все маски защищают одинаково. Маска можно усовершенствовать, сделать ее более эффективной и полезной. Можно не ходить в аптеке на поиски масок и не покупать их в тридорах. Выбирайте любой из придорожных способов и делайте маски в домашних условиях. Желаю вам и вашим близким здоровья.